Вести Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. 15 апреля в Черкесске на территории гипермаркета «Лента» пройдет традиционная весенняя ярмарка. В Карачаево-Черкесии стартовал месяц по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Остаются считанные дни до конца приема заявок на конкурс для самозанятых республики. И в Карачаево-Черкесской детской библиотеке имени Сергея Никулина проходит неделя детской книги. В региональном управлении Росгвардии прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования ОМОН «Мустанг». В нем приняли участие представитель Главного управления подразделениями полиции специального назначения Федеральной службы Нацгвардии России Алексей Федулов, главный федеральный инспектор Игорь Дральщиков, начальник отдела сил специального назначения войск Нацгвардии страны Григорий Зана и другие официальные лица. Полковник Григорий Зана обратился к бойцам от имени командующего Северокавказским округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Захарова и поздравил их со знаменательной датой. В ходе церемонии награждения за личные заслуги, добросовестное выполнение служебных обязанностей, отвагу и мужество сотрудникам ОМОН «Мустанг» вручили медали участнику специальной военной операции. Кроме того, отличившиеся бойцы были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. 15 апреля в Черкесске на территории гипермаркета «Лента» пройдет традиционная весенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 15-20% представят более 120 предприятий агропромышленного комплекса, пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, организация общественного питания Карачаево-Черкесии и других регионов Северокавказского федерального округа. Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов. Эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу соответствует времени года. Уровень заболеваемости снижается. По данным регионального управления Роспотребнадзора, превышение эпидпорога заболеваемости не зарегистрировано. По итогам прошлой недели выявлено 556 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Во всех когортах населения сохраняется отрицательный прирост, при этом самые высокие темпы снижения среди школьников 7-14 лет. В ходе мониторинга циркуляции возбудителей ОРВИ лабораторно выполнено 336 исследований от 24 больных, в ходе которых выделены 7 штаммов вируса гриппа А, H1N1. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Джигута-Терезе начались масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старое основание последовательно на отрезках не более 3 километров. Подробности у главного инженера управления Карачаево-Черкесско-Автодор Муая Дахутова. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двухслойное асфальтобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. Жители и гости Карачаево-Черкесии по итогам прошлого года оплатили покупки платежными картами свыше 40 миллионов раз на общую сумму около 30 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом число таких платежей выросло на 1,6%, а их объем почти на 16%. Доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций, совершенных в регионе за прошлый год с использованием банковских карт, составила более 86%. Подробнее об итогах прошлого года расскажет Фатима Узденова, юрисконсульт юридического отдела отделения Банка России по Карачаево-Черкесии. Безналичная оплата товаров и услуг для многих стала привычной и комфортной. И наша задача в том, чтобы такая возможность была предоставлена в равной степени всем жителям республики. Для этого мы вместе с партнерами реализуем проект по повышению финансовой доступности, в особенности в сельской местности, который в течение последних лет дает хорошие результаты. В частности, за 2022 год более чем на 12% увеличилось количество электронных терминалов, позволяющих принимать оплату картой. На 1 января 2023 года их количество в Карачаево-Черкесии составило более 5000 единиц.
Остаются считанные дни до конца приема заявок на конкурс для самозанятых карачао-черкесии. Для участия в нем необходимо подготовить видео рассказ о своей деятельности. 14 апреля все конкурсные ролики будут опубликованы на канале центра «Мой бизнес» Карачао-Черкесии и стартует голосование. Победитель будет определен по количеству реакций под его видео, опубликованном в телеграм-канале центра. Победители первых трех мест получат 50, 30 и 20 тысяч соответственно. В мероприятии могут принять участие все зарегистрированные самозанятые региона. За первый квартал этого года в Карачао-Черкесии единое пособие было назначено родителям 27 400 детей и 1 416 беременных женщин. По словам заместителя управляющего региональным отделением социального фонда Ирины Тамбиевой, с момента старта выплат единого пособия семьям Карачао-Черкесии перечислено более 516 миллионов рублей. Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка. Прокуратура Зеленчукского района в судебном порядке добилась возврата земельных участков в муниципальную собственность, комментирует представитель прокуратуры Карачао-Черкесии Елена Дармограева. Прокуратура Зеленчукского района провела проверку исполнения земельного законодательства. Было установлено, что Зеленчукская районная администрация в нарушение законодательства об особых экономических зонах незаконно предоставила гражданину земельный участок площадью 5,2 гектара в аренду, а затем в собственность. Впоследствии собственник произвел раздел земли на 26 участков, большую часть из которых он реализовал. Вместе с тем, спорный земельный участок входил в пределы туристско-рекреационной особой экономической зоны, полномочия по распоряжению которыми делегированы Министерству экономического развития Российской Федерации. Прокурор обратился в суд с иском о признании договоров аренды и купли-продажи земельных участков недействительными и возврате земель в муниципальную собственность. Зеленчукский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. 14 апреля во Дворце культуры Черкесска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители, ведь здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности у заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение, типа мозговых штурмов, и мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Как сегодня развиваются молодежные проекты в студенческой среде Карачао-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева и какие задачи ставит перед собой руководство вуза, рассказал начальник отдела молодежной политики и социальных проектов Наурус Капушев. Мы сейчас планируем еще запустить проект «Ученическое самоуправление». Всем уже известно, что есть студенческое самоуправление в университетах. Они являются одним из крутых организаций. И вот у нас есть проект, которым занимаются студенты Карачао-Черкесского государственного университета «Ученическое самоуправление». Цель – запустить
такое же самоуправление, как в университетах, только в школах, чтобы наши студенты, они понемногу подтягивали ребят со школ к общественной деятельности, к молодежной политике, чтобы они уже видели, что их ждет через некоторое время, в ближайшее будущее. В республике стартовал месяц по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Он пройдет до 28 апреля и завершится масштабным республиканским субботником. Мероприятие проводится в целях улучшения, а также в поддержку инициатив общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», общероссийской ежегодной акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Особое внимание при проведении мероприятий будет уделено уборке и очистке дворовых территорий, водоохранных зон, зон культурно-массового отдыха, территориям вдоль гостевых автодорог и съездам к водным объектам. В Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина проходит неделя детской книги. Торжественное открытие началось с театрализованного праздника, на котором с детьми встретились королева книга и сказочные персонажи Незнайка, Лиса Алиса и кот Базилио, Баба Яга и ворона Каркуша. Они провели с детьми игры, эстафеты, конкурсы и загадывали загадки. К мероприятию был подготовлен красочный стенд «Книжкины именины». Республиканская детская библиотека присоединилась к всероссийской акции и приглашает своих юных читателей познавательно провести эту неделю. Маргарита Алиева стала чемпионкой России по тэквондо. Золотую медаль спортсменка из Карачая-Черкесии завоевала на завершившемся в Казани первенстве России по тэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Теперь 29 апреля в Москве на международных соревнованиях Russia Open в составе сборной команды России Маргарита поборется за путевку на чемпионат мира среди мужчин и женщин в Баку. Тренируют спортсменку Рашид Ахметов, Тимур Кемрюгов и Мурат Хачуков. По итогам прошедшего в Ставрополе всероссийского мастерского турнира «Кубок Георгия Победоносца» по пауэрлифтингу и отдельным его движениям, спортсмен из Карачая-Черкесии Алан Батчаев занял первое место. В состязаниях принимали участие более 100 спортсменов из всех регионов России во всех весовых категориях. Алан является студентом Института экономики и управления Северо-Кавказской государственной академии. В строгом подъеме штанги на бицепс наш спортсмен занял первое место, тем самым выполнил норматив мастера спорта международного класса. Ну и последняя информация. В Кисловодске прошел Кубок кавказских минеральных вод по тэквондо ИТФ. Карачая-Черкесию представляли спортсмены комплексной спортивной школы «Победа» и региональной спортивной федерации тэквондо ИТФ. Победителями и призерами стали Денис Лепшоков, Малика Качаева, Леон Акбаев, Кирим Данаев, Эльдар Наурузов, Рашид Хачиров и другие. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. А в горах местами плюс 4-9 и выше 2000 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске кратковременный дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 13 градусов выше 0. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!